сам в Антикмора. Я знаю, Тони. Тогда знаешь и о риске. Но не знаю, с чего ты решила, что они рядом. Ты что, не слушаешь? Это опытные убийцы. Не показывайся на людях. Погибнешь. Я это понимаю. Но меня должны увидеть. Пропагандист поработал на славу. Иначе Парус не победить. Уже слишком многие погибли. Прошу, уезжай отсюда. Аспасия? Откуда ты тут? Кассандра, подыграй мне. Я вас прервала. Прошу, продолжайте. Так увлекательно. Я пришла сказать твоей матери, что ее ищут убийцы из культа. А здесь она на виду. А я говорила о Спасии, что иначе мне не заручиться поддержкой жителей. Мне убить солдат культа? Этого мало. Без доказательств никто не поверит в вину Пароса. Найди их. Конечно. Спасибо. А я буду здесь. Заручусь поддержкой. Осторожней. Они опасны. Знаю. Я уведу ее отсюда. Подскажи, где мне начать поиски? В пещерах под горой Зас. Культисты одержимы своим мистицизмом. Чего еще от них ждать? Не думаю, что убийцы признаются, на кого работают. Пожалуй. Нужно что-то надежней. Уверена, ты справишься. Конечно. С радостью вам помогу. Увидимся позже. Парус нужно остановить. Вход в пещеру. Они там. Попробуй найти укрытие.
деньги. На всех печать Пароса. И письмо. Зашифровано. Убийцам заплатили деньгами Пароса. Что ж, лучше доказательств не придумать. Это мне поможет. Отнеси в гильдию торговцев. Это мои доказательства. А деньги пусть оставят себе. Конечно. Еще там было это. Полагаю, приказы. Выглядит знакомо. Это древний диалект. Полагаю, культ использует его для общения. Можешь прочесть? Эти деньги не от Силаноса. Их дал кто-то из Спарты. Это невозможно. Я могу перевести, но поверь, это приказы спартанского царя. Знать в Спарте всегда отвергала культ. Культ как вода. Просочится в любую трещину. Но только не в Спарте! Спарта давным-давно изменилась. Порок проник повсюду, и Спарта не исключение. Они хотят насадить дисциплину в Греции, а сами гниют изнутри. Они выбрали не того врага. Мы спартанцы. Не забывай. Неужели? Здесь меня держат дела. Парус нужно остановить. А потом... Потом я вернусь. Ваши статуи сгинут. Если нужно, мы сожжем ваши храмы, чтобы избавить мир от крыс вроде тебя.